Вторая разновидность коллекции – это queue, Java Util Queue, очередь. Это стандартная структура данных, обеспечивающая порядок FIFO, first in, first out, или первый вошел, первый вышел. Элементы в очередь добавляются с хвоста и извлекаются из головы очереди. Методы added и offer добавляют элемент в хвост очереди. Разница между ними следующая. Если очередь ограничена по размеру и уже достигла этого максимального размера, то added кидает исключение, а offer просто возвращает false. Методы remove и poll извлекают первый элемент из головы очереди. В случае, если очередь пуста, remove бросит исключение, а poll вернет null. Методы element и pick позволяют подсмотреть элемент в голове очереди, не удаляя его. Разница между ними точно такая же. Element бросит исключение, pick вернет null. Наследник очереди – интерфейс Java Util Deck. Он отличается от очереди тем, что можно добавлять и удалять элементы как в хвосте, так и в голове дека. Количество методов, соответственно, удваивается по сравнению с очередью. То есть каждую операцию можно делать в голове или в хвосте дека. Реализация интерфейса DEC две. Во-первых, это ArrayDEC, DEC поверх массива. А во-вторых, как ни странно, это класс LinkedList. То есть класс LinkedList реализует сразу несколько интерфейсов. Он является одновременно и списком, и DEC-ом.